честь празднования 70-летия Победы в столице республики проходит российский конкурс хорового пения имени Филиппа Лукина «Жаворонок-2015». В Институте культуры состоялось торжественное открытие. Послушать, как поют юные дарования, отправилась и наша съемочная группа. «Жаворонок-2015» собрал талантливых ребят из разных уголков страны. Участники народного ансамбля «Шевле» на этой сцене впервые. Несмотря на большое количество конкурсантов, а в Чебоксарах собралось 43 коллектива, ребята очень рассчитывают на победу. Очень сильно волновались, но мы решились и выступили. И мне кажется, то, что в этих конкурсах не надо бояться выступать, надо просто улыбаться. «Жаворонок» в Чебоксарах проходит с 2008 года. Всероссийским он стал совсем недавно, 3 года назад. С каждым годом количество конкурсантов растет. Многие коллективы становятся постоянными участниками. Этот год особенный. Творческие состязания посвящены 70-летию Великой Победы. В репертуаре всех ансамблей, хоров есть произведения, именно связанные вот с патриотикой. Но патриотизм – это ведь не только именно вот военная тематика. Это прежде всего любовь к своей родине. Конкурс – это не только состязание, это прежде всего обмен творчеством. Это творческие встречи, это мастер-классы, это новые знакомства. Конкурс проходит по 3 направлениям – хоровое, эстрадное и ансамблевое – в разных возрастных группах. В течение 2 дней компетентное жюри будет выбирать лучших из лучших. Нужно отметить то, что поют дети. Это очень и очень важно. Когда дети поют, есть уверенность в том, что республика живет, республика здравствует, республика поет, поет от души, поет искренне. Это очень важная составляющая сегодняшнего конкурса. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика.